В Екатеринбурге мальчика, которого за 300 тысяч рублей пыталась продать собственная мать, отправили в детский дом, сообщают российские СМИ со ссылкой на его отчима Джо Марта. Мужчина рассказал, что видеться с ребенком ему пока не разрешают, нужно получить разрешение. Сказали, что ребенок в хорошем состоянии, с психикой все нормально, отметил он. Также мужчина рассказал, что на него обиделась теща за то, что он не уследил за своей гражданской супругой и допустил то, что она пойдет продавать ребенка. Но, как признается Джо Март, он даже не мог представить, что жена решится на такой поступок и до сих пор находится в шоке. Мужчина работает водителем и говорит, что вполне способен прокормить 6 детей.